Всем привет! Мне прислали видео нарезку одного человека, я, к сожалению, не знаю, как его зовут, и попросили дать свои комментарии, свои взгляды на то, что он делает на камеру. Но, во-первых, почему сейчас это видео идет без звука? Потому что после каждого объяснения своей группе, после каждого выполнения приема, он всем задает вопрос «Ос!», и вся толпа, как сектанты, кричат «Ос!» хором. Не знаю, с чем это связано. Человек, который прислал мне эти видео, сказал, что это якобы очень известный винчунист в узких кругах. Я не знаю, честно сказать, я затрудняюсь дать подтверждение того, что его техника относится к технике винчун. Тут, скорее всего, что-то из или джиу-джитсу, или из дайторю. Потому что дальше будут некоторые приемы, которые применяются в дайторю. Вот сейчас, вот, например, вот был прием с заломом, захватом. И этот человек позиционирует себя как тренер. Я не спорю. Может быть, он и работал в каких-то силовых структурах или работает до сих пор в этих структурах. Но на тот возраст, на который он выглядит, лет 50 с хвостиком, он достаточно неплохо двигается, достаточно неплохо работает как против ножа, так и против противника, нападающего на него. Вот посмотрите внимательно. Он выбивает нож и наносит контратакующий в горло. Контратакующий удар в горло наносится не в винчун, а наносится в джиу-джитсу. Это первый пункт. В одном из эпизодов этого видео будет видно, на заднем плане стоят парни и отрабатывают чесао. Может быть, поэтому человек, приславший мне эту видеонарезку, сказал, что это винчунист. Опираясь на то, что вот смотрите, там у стены, у зеркала стоят люди, парни, и отрабатывают чесао. Может быть, поэтому он и подумал, что это человек-винчунист, потому что там увидел винчунистов. Но это то же самое, что можно зайти в спортзал, где качаются люди штангами, гантелями, увидеть там гимнасты и сказать, что это все гимнасты, да? Но я вам скажу, что со своей стороны техника, которую показывает вот этот человек, имеет шанс на использование в качестве самообороны. Причем, если вы работаете точно так же быстро, молниеносно и эффективно, то у вас получится обезвредить вашего противника и нанести ему контратакующий. Ну, а также, конечно, если вы, допустим, на улице вряд ли у простого среднестатистического человека получится такой кувырок. Это нужно хорошо работать и заниматься акробатикой. Вот посмотрите еще раз. Удары по глазам. Вот опять этот кувырок, бросок. Скажу я вам честно. Если, к примеру, такие приемы попытается выполнить человек, новичок, пришедший в любую секцию, будь то самооборона, крафмага или тот же самый винчун, у него вряд ли что-то получится. Для того, чтобы именно так показывать, демонстрировать все вот эти вот техники, нужно, ну, как минимум года 3-4 отзаниматься в секции, причем упорно. Потому что любое неправильное движение с вашей стороны может вызвать разрыв связок или вывернуть сустав вашему партнеру, с которым вы работаете. У меня, кстати, такой момент был. Это было в 2016 году. Мне вывернули плечевой сустав. И это было достаточно такое болючее состояние, и потом у меня развился вот этот вот синдром замороженного плеча. Ну, это я избавился от этой ерунды, это излечился. Но я говорю к тому, что если вы хотите, чтобы у вас получались точно такие же эффективные техники, приемы, как на этом видео, то для этого нужно действительно постараться заниматься. И заниматься нужно упорно и усиленно. Это все, что я хотел сказать.